Всем привет! У микрофона Ром Лири, и это Infamous 2. Прохождение за героя Коула. Миссия «Людские потери». Что-то какая-то жесть. Я, конечно, себя спойлернул. Мы почти в финале. Ура! Ура! Осталось совсем немного. Мне просто уже интересна развязка, потому что, ну, зверь уже здесь, но при этом он не атакует, и это получается Джон Уайт, то есть, ну, это что-то очень, короче, что-то интересное нас в любом случае должно ждать, я очень на это надеюсь. Энергоядро у их предводителя. Что-то они там затевают. Ясно. Одно ядро, и врубим ингибитор. Эй. Ничего. Эй. Дай гляну. Господи. Что же ты молчал? У тебя и так забот хватает. К тому же ингибитор меня вылечит, да? Если ты доживешь. Так не тяни время. Иди за ядром. Не слабая будет гроза. Это уж точно. Ну да, последний энергоядро, мы поняли. Ого, даже отсюда видно. Вау. Гроза. И Кол может подзаряжаться прямо с неба. Господи, лучшая для него погода сегодня. Ну что же, погнали. Эта миссия, походу, очень стильная. Посмотрите, как все сделано. Но в то же время она довольно тупая, в том плане, что довольно однотипно. Так, что мне нужно сделать? Скорее я. Ядро у него. Где ядро? Какой-то дурак удрал с ним. Жалко, что вас нельзя молниями фигачить. Чего бы вдруг? Вам-то оно что даст? Кулону даст способности, а вам что? Тоже способности, никакого спасения. Не понимаю вашей логики, друзья. Ну ладно, может быть, я что-то упускаю. Так, ладно, заколебал бегать. Иди сюда. Так, чё время терять, раз так можем провернуть. Или вот так. Офигеть, как удобно. Ну, где же ты? Thank you.
короче, что время терять. Погнали. Он прыгает на башню. Резвый малый. Ага. Да что ж такое-то? Мы по ней как-то сможем забраться? По этой башне. А, вот. Зик, это ядро они плотно упаковали. О-о-о-о. Используют башню как громоотвод. Видимо, знают, что мне нужны энергоядра. Вот ведь псих. Он думает, это сделает из него нормального проводника. Нужен паровой вентиль или горелка. Надо расплавить лед вокруг ядра. Работаю над этим. Буду передавать координаты по ходу. Ха, классные все-таки вещи интернет. Это точно. Круто. Окей, там хранится типа что ли? Ага. Джон, ты не знал, что ты и есть зверь. Это имя пропитано страхом. Ты боишься, Магра? А ты понимаешь, кем стал? Я надеюсь, что ты по-прежнему мой друг. Мне нужна твоя помощь. Друг? В Empire City зверь чуть не убил меня. Прости. Перерождение проходило непросто. Я был сплошным комком нервов. Бросался на все, что казалось опасным. А ты был самой большой угрозой из всех. Тут ты прав. Послушай, ты же все видел своими глазами, когда я исцелил ту женщину. К сожалению, другого пути нет. Подумай об этом. Так, господа. Мне кажется, мы на верном пути, но это не совсем то. Хотя вот, да. Возможно, это оно и есть. Должно сработать. Теперь второй вентиль. Почему написано фотографию жертвы? Почему они перевели жертву? Ну ладно. Вот же гад. Не мешай. Коул, я только что узнал. Зверь ударил по болоту. Вперед! А ну, навались! Зверь ударил по болоту. Живых никого нет. Окей. Ну, нагнетают они. В итоге конфликт постепенно. Даже зверь, находясь в Нью-Море, как бы не сразу. Так. Ну вот дорожка похожа. А, вот, наверное, здесь. А, нет. Твою. Может, здесь? О. О-о-о. Да мать твою, Так. Так. На этот раз я такой не дам сделать.
с удовольствием сделаю это снова. Ребят, вы сами виноваты. Так, меня достать. Надо уметь. Все, последний. Отлично. Ох, осколок. Ну, с тобой все понятно. И с тобой, и со всеми вами. С вами нужно наверх куда-то. То, что с вами нужно куда-то наверх залезать, это даже без вопросов. Это просто базовая установка. О, мой бог. А с вами никуда не залезешь с паскудами такими. Ладно. Так как подзарядка везде. Кушайте, 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 кушайте. Это все? А вот это тоже похоже финальная миссия. А нет, это еще сейчас последнее энергоядро. Ого, вот и ты. Думаешь, я смогу? На свете есть два типа людей. Есть такие, как я. Мы сидим на диване. Нам часто не нравится наша жизнь. Но мы терпим. А есть такие, как ты. Конец пути. За тебя. Живи быстро. Умри молодым. Thank you.
как? Кажется, я готов. Вот так. Вау. Да. Я готов включить ингибитор. Впереди только финал. Я сейчас разговаривал с Никс. Она вернулась на болото посмотреть, сколько монстров выжило. Как она? Она девчонка крепкая. Но сейчас ее лучше не трогать. Короче, они из Куо направляются ко мне. Посмотреть, как ты включишь ингибитор. Все хотят увидеть, как ты убьешь зверя. Да. Ну, увидимся. Да? Да. А, вот, все. Очевидцы сообщают, что по гиганту, разрушившему восточное побережье, был нанесен ядерный удар. Утром недалеко от Нью-Море видели вспышку и грибовидное облако. Несмотря на это, существо выжило, позднее его видели в городе. Сейчас его местонахождение неизвестно, однако Нью-Море пока цел. Пентагон подтвердил факт запуска. По словам их представителя, использование ядерного арсенала – это крайняя мера. После недавнего столкновения ситуация обострилась, и пришлось прибегнуть к новой тактике. Понятно. Пентагон взял на себя, типа, что ли? Последнее решение. Ну вот это уже финальная миссия. И... давайте еще немного поразвлекаемся, а финал все-таки я, конечно, другой. С финальной части, что называется, покажу вам. Так, наверху что ли? Ох. Продолжай в том же духе, и жизнь тут наладится. В принципе, еще осколков много собирать. Заданий тоже хватает. Так что... ну, я, в принципе, думаю добить игру. Сейчас просто немножко по это... поготовимся. Ну что тут с ближайшего можно поделать? А тут ничего и нет, как назло. Все довольно далеко. Ну, в общем, так, на самом деле, неплохо мы поосвобождали. И... очень даже гуд все. Так. Только не меня! Я сделаю все, что скажешь! Аборт на подавление! Очень хорошо. Да. Но, походу, на самом деле, все ок. Слишком далеко, короче, идти на допы. Поэтому, на побочные. Поэтому я, наверное, реально сохранюсь. Эта часть будет коротенькой, но зато... следующая будет уже финальная, полноценная, наверное. Я не буду ее делить. Я думаю, она как раз уложится в полчаса в финал игры.
уложится в полчаса. Я примерно каждую часть старался делать по полчаса, так что ничего страшного, конечно, это получится более короткой. Ну, я думаю, и ничего страшного на самом деле. Да? Ну, я думаю, что ничего страшного там нет. На самом деле, сохранимся, пожалуй. И на этом все. Давайте, до встречи в следующей финальной части прохождения Infamous 2 за героя Коула.